что-то не так в этой истории. Веришь кому-то, и в результате попадаете все. Да, болтайся. Эй, ты! Покажи мне, что у тебя есть. Выбирай! Покажи мне, что у тебя есть. Все самое лучшее. Где находится лагерь сектантов? Выходишь из лагеря через южные ворота и идешь на восток. Тебе понадобится карта. У меня как раз есть одна за 50 кусков. Южные ворота — это обрушившаяся башня, верно? Верно. Эй, ты! Тебе повезло, но я бы с удовольствием набил тебе морду. Эй, ты! Тебе здесь нечего делать.
Ты не дал мне досмотреть такой сон, что нужно. Тебе еще повезло. Эй, ты! Что еще? Пришло время доказать, что мы на самом деле друзья. Всего 10 кусков руды. Что скажешь? Увидимся. Береги себя, малыш. Проклятие! Зачем ты меня разбудил?
Всего ты прав. Это точно не моя проблема. Это было не слишком умно. Это точно не моя проблема. Не хотел бы я оказаться на ее месте. Я больше не слушаю всякую трепотню. Подожди-ка. Береги себя. Эй, это еще зачем? Ты зачем ты меня разбудил? Thank you.
хотел бы я оказаться на его месте. Это было не слишком. Хотел бы я оказаться на его месте. Люди всегда болтают. Пока меня не впутают. Проклятие! Зачем ты меня разбудил? Проклятие! Что ты там делал? Зачем ты меня разбудил? Эй, ты! Убирайся отсюда! Эй, ты! Тебе еще повезло. Эй, ты! Я нашел Нека. Хорошо. И ты можешь это доказать? На нем был этот амулет. Смотри. Собственно, из-за этого амулета все и затевалось. А ты умный парень. Думаю, ты хотел оставить амулет себе, но в итоге ты и поступил верно. Если Диего спросит меня, я выскажусь в твою поддержку. Зачем ты меня разбудил? Тебе повезло, но я бы с удовольствием набил тебе морду. Зачем ты меня разбудил? Эй, ты! А что, если я дам тебе эти 100 кусков? Правда? Но почему? Ну, скажем, ты не единственный из тех, кто хочет побродить по лагерю сектантов. То есть ты хочешь пойти со мной, да? Я пойду с тобой в лагерь сектантов. Но это же здорово, дружище. Я готов. Мы можем отправиться, когда захочешь. Но не забудь, нам нужно 100 кусков руды для стражников. Я готов. Пошли. Ладно, пойдем к южным воротам. Стражники возле северных совсем не берут взяток. И рудой, наверное, тоже стоит заниматься тебе. Я в таких делах не мастак. Ладно, идем. Стой! Куда это ты собрался с нашим другом? Мы просто пошли прогуляться. Возьми сотню и забудь об этом. Я ничего не видел.
Уже назревает. А меня не входит. А, рад видеть тебя снова. Как твои дела? Я отрекся от старых богов. В самом деле? Почему ты решил так поступить? Мне было видение. Спящий говорил со мной. Что он сказал? Он сказал: иди в лагерь на болотах и стань членом братства. Ты сказочно богат, незнакомец. Немногим людям спящий дарует такую награду. Спящий избрал тебя. Ты в самом деле хочешь присоединиться к нам? Да, я хочу стать последователем спящего. Иди к Горгалому. Скажи ему, что я считаю тебя истинно верующим. Было не слишком много. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Это точно не моя. Я больше не слушаю всех этих репортов. Давай поговорим о чем-нибудь. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Зачем ты меня поднял? Что говоришь людям?
Эй, ты! Проваливай! Убирайся отсюда! На этот раз тебе повезло, но я бы с удовольствием набил тебе морду. Это было не слишком трудно. Мерзкая рожа. Держись. Лучше ни на что не натыкаться.
Я больше не слушаю всякую трепотню. Некоторых людей ничего не учат. Не хотел бы я... Я думал, это выяснили еще очень давно. Я пришел за своей дневной порцией болотника. Вот возьми три северных темных. Но не кури их все сразу. Это точно не моя проблема. Мне хотелось бы заглянуть в храм спящего. И думать забудь об этом. Неверующий в храме, пока ты не посвятишь себя службе спящему, ты не сможешь переступить порог этого места. Некоторых людей ничего не учат. Больше за тем, что случится. Говоришь людям. Были времена, когда люди всегда совсем по-другому. Ты должен следить. Каждый раз, пока меня не путали. Не хотел бы я оказаться на его месте. Люди всегда болтают. Были времена, когда все было совсем по-другому. Человек ищет твоего расположения, господин мой. Кого ты привел ко мне? Достоин ли он? Вне сомнений, он нуждается в духовном наставнике, господин. Очень хорошо. С этого момента он будет одним из моих учеников. Ты будешь приходить ко мне каждый день и слушать то, что я скажу тебе. Твоя душа еще может быть спасена. Господин, я хочу стать одним из членов братства и молю тебя о поддержке. Ты заслужил ее. Иди к Коргалому и проси у него робу-послушника. Скорее всего, ты слишком умно. Пока меня... Это было не слишком умно. Ты должен следить за тем, что... Ты не должен верить всему, что слышишь. Некоторых людей ничего не учат.
Эй, ты! Что тебе нужно? Похоже, мне удалось убедить идолов. Идол Оран сказал, что я достоин стать верным слугой спящего. Продолжай. Идол Кадар считает меня способным учеником. Идол Намит называет меня истинно верующим. И? Идол Тандрал сказал, что я должен получить робу. Я привел к нему нового ученика. Хорошо. Для меня вполне достаточно того, что тебя поддерживают идолы. Вот, надень это. А теперь ступай и постарайся приносить пользу. Если ты думаешь... У тебя есть для меня другое задание? Несколько умников в новом лагере начали сами добывать болотник. Проследи за тем, чтобы они прекратили производство. Как? Детали меня не интересуют. Их лагерь должен находиться где-то за пределами нового лагеря. Ты знаешь, что делать. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. По поводу болотника в новом лагере. Да? Я не нашел этих людей. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Были времена, когда все было совсем неплохо. Значит так, ни тебе добро пожаловать, ни добрых пожеланий, ничего. Добро пожаловать. Уже лучше. Перестань шляться без дела. Займись чем-нибудь. Вот возьми этот болотник и отнеси его в старый лагерь, Гомезу. Если его головорезы откажутся пропустить тебя, скажи им, что тебя послал Кор-Голом. Как? Ты еще здесь? Подожди-ка. Проснись. Что тебе нужно? Что за эксперименты ты проводишь? Мои исследования находятся на уровне, недоступном для твоего понимания, мальчик. Не трать попусту мое время. До встречи. Да просветит тебя спящий. Проснись! Да, если ты так думаешь. Каждый раз одна и та же история. Были времена, когда... Люди всегда болтают. Некоторых людей ничего не учат. Пока меня... Проснись! Не путали. Скорее всего, ты прав. Еще очень давно. Эй, ты! Проснись! Не хотел бы я оказаться... Что-то не так в этой истории. Как хорошо, что ты здесь. У меня для тебя есть новости. Хорошие новости, я надеюсь. У братства есть большие планы. Планы? Какие? Вырваться на свободу? Гуру пытаются призвать спящего. Но необходимо нечто, что объединит их усилия. Да, и... Им нужен магический артефакт, называемый Юнитор. Но какое отношение это имеет ко мне? Поговори с Юбелевым. Он самый могущественный человек в братстве. Используй эту возможность, чтобы завоевать его расположение.
Где мне его искать? Отправляйся в храм. Он редко покидает его. Возможно, он чувствует себя ближе к спящему среди холодных камней. Да хранит тебя спящий. Эй, ты! Проснись! Мне нужны доспехи получше. Возвращайся, когда соберешь достаточно руды. Я больше не слушаю всякую трепотню. Если ты думаешь... Были времена, когда... Стой! Ты можешь вступить на земли храма только с разрешения одного из гуру. Мне дал разрешение сам Юберион. Лжецам у нас обычно вырывают язык, так что хорошенько подумай, прежде чем говорить. Меня прислал послушник Лестер. Я хочу предложить свои услуги Юбериону. Я знаю Лестера. Мы ему доверяем. Ты можешь пройти. Я хочу стать стражем, как и ты. А знаешь ли ты... отчего мне пришлось отказаться, прежде чем я смог встать на страже покоя, избранных спящим? Не думай, что сможешь так вот запросто попасть на это место и получить подобающий почет и уважение. Прежде чем говорить об этом, ты должен узнать немного об учении спящего. Это займет некоторое время и, возможно, приведет тебя в чувство. Эй, ты! Проснись! Что ты делаешь? Помолчи немного и присмотрись к рунам в этой пещере. Это место... я не могу этого объяснить, но это место... Все в порядке? О, не обращай внимания. Должна быть, у меня разыгралось воображение. Нашел что-нибудь? Я пока не набрал достаточной магической силы. Идем! Ты не должен разговаривать со мной! Эй, ты! Проснись! Приветствую вас, господин Юберион. О, я тебя знаю. Это невозможно. Мы никогда не встречались прежде. Но мне казалось... хорошо. Что тебе нужно? Я слышал, вы кое-что ищете. Верно. Нам нужен магический юнитор. Мы послали одного из новичков, Мироса, забрать его, но он до сих пор не вернулся. Не мог бы ты узнать, что произошло? Почему этот юнитор так важен? Этот магический артефакт способен концентрировать нашу силу. Это один из пяти камней, с помощью которых маги сотворили барьер. Мне было видение о том, что мы должны использовать силу этого камня. Какое интересное видение. Мое видение было ниспослано спящим. Мы сможем призвать его с помощью юнитора. Откуда я должен начать поиски? На выходе из лагеря.
поверни направо и поднимайся на высокую скалу. За лесом ты увидишь море, и там ты найдешь Юнитор. Я принесу вам Юнитор. Возьми эту карту. На ней отмечено место, где находится Юнитор. Идем! Ты не должен разговаривать со мной. Тем, что говоришь людям. Это было не слишком умно. А меня не вкурит. Проснись! Похоже, назревает проблема. Что-то не то в этой истории. Держись. Больше этого не случится. Ни на что не натыкаться. Эй, ты! Проснись! Как научиться магии спящего? Идол-Кадар продает руны и магические свитки. Правда, и, возможно, тебе сможет помочь другой гуру. Если ты думаешь... Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Проснись! Я хочу овладеть магическими знаками. Thank you.
Каждый раз одна и та же история. Больше этого не случится. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Если ты думаешь... Это было не слишком умно. Если ты думаешь, это точно не моя проблема. Я сомневаюсь... Проснись! Да хранит тебя спящий. Похоже, назревает проблема. Опусти оружие. Ты сам напросился. Эй, убирайся. Ты. Тебе нечего здесь делать. Я ищу Юнитор. К сожалению, ты опоздал. Я уже нашел его. И знаешь,
я решил оставить его себе. Спящий говорил со мной прошлой ночью, и он избрал меня своим единственным последователем. Теперь я служу только спящему. Никаких больше гуру и стражей. Только я. Один. Умри. Thank you.
Проснись! Я нашел Юнитор. Превосходно! Ты оказал нам весьма неоценимую услугу. Теперь отнеси Юнитор к Орголому. Он знает, что делать. Этот новичок Нирос, он сошел с ума. Он твердит, что с ним говорил спящий и избрал его своим единственным слугой. А затем он попытался убить меня. Могущество спящего слишком велико для разума непосвященных. Лишь мы, гуру, после долгих лет медитации смогли достичь той силы духа, что позволяет нам выносить голос всемогущего спящего. Сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Если ты думаешь... Люди всегда болтают. Эй, ты! Проснись! Покажи, что у тебя есть. Другое дело. Вот здесь все, что есть у меня сегодня. Может быть. Ты не должен верить всему, что слышишь. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Я думал, это выяснили еще очень давно. Я больше не слушаю всякую трепотню. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Подожди-ка. Проснись! Не хотел бы я оказаться на его месте. Покажи, что у тебя есть. Другое дело. Вот здесь все, что есть у меня сегодня. Все было совсем по-другому. Люди всегда болтают. Я больше не слушаю всякую трепотню. Я думал, это выяснили еще очень давно. Больше этого не случится. Были времена, когда все было совсем по-другому. Может быть. Похоже, назревает проблема. Скорее всего, ты прав. Были времена, когда все ты должен следить за тем, что творишь людям. Держи, некоторых людей лучше ни на что не натыкаться. Пока меня не впутали. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Похоже, назревает проблема. Скорее всего, ты прав. Каждый раз одна и та же история. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятности. Так всегда и бывает. Я не хочу в это ввязываться. Я больше не слушаю всякую трепотню. Что-то не то в этой истории. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Были времена, когда все было совсем по-другому. Это точно не моя проблема. Некоторых людей это было не слишком умно. Некоторых людей ничего не делают.
Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я думал, это выяснили еще очень давно. Люди всегда болтают. Скорее всего, ты прав. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Это точно не моя проблема. Похоже, назревается проблема. Больше этого не случится. Эй, ты! Проснись! Что тебе нужно? Были времена, может быть... Меня прислал Юберион. Я принес Юнитор. А, Юнитор! Наконец-то! Теперь я смогу постичь магическую сущность этих артефактов. Если бы только у меня было достаточно слюны ползунов. Черт! Слюны? Да. Ты должен знать, что я готовлю магические эликсиры для вызова спящего. Для этого мне нужна слюна, которая выделяется из жвал ползунов. Ты знаешь, кто такие ползуны? Ведь так? Да. Очень хорошо. Продолжай. Совсем недавно... Меня посетило видение. Сам спящий подал мне знак. И я понял, что помимо слюны ползунов, есть и другие средства. И он избрал меня для этой миссии. Ты получаешь ее не от меня. Ты получаешь задание от самого спящего. Невероятно. Молчи, глупец! И понял я, что нахожусь на правильном пути. Но мои средства недостаточно сильны. Ответ кроется в ползунах, но жвал их явно недостаточно. Должно быть что-то еще. Ты что, никогда не изучал ползунов? Я имею в виду... Возможно, в какой-то другой части их тела содержится больше этого вещества. Разумеется, я препарировал ползунов. Но, похоже, лишь в их жвалах содержатся необходимые нам выделения. Но должно быть что-то еще. Найди их логово, и мы получим ответ. Где мне искать ползунов? В старой шахте. Юберион сказал, что ты заплатишь мне за Юнитор. В самом деле? Он так сказал? Ну, хорошо. Думаю, 50 кусков руды будет вполне достаточно. Бой обещает быть трудным. Возьми эти целебные эликсиры. Я даю их тебе не потому, что хочу, чтобы ты уцелел. А потому что миссия, возложенная на тебя, должна быть выполнена. До встречи. Да просветит тебя спящий. Проснись.
всегда болтаю. Похоже, назревает проблема. Скорее всего. Если ты думаешь. Скорее всего, ты прав. Эй, ты! Проснись! Мне нужны доспехи получше. Этот доспех защитит тело твое, так же, как спящий защищает твою душу. Это было не слишком много. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Я не хочу этого делать. Держи это при себе. Будем не обязательно. Thank you.
Oh!